Приветствую всех. Начало новых событий, новых призывов, сезонных, несезонных. Короче, всего на кучу поприходило тут у нас. Давайте, наверное, небольшой такой обзорчик новых героев. Давайте начнем с ГМа. Я особо рассусоливать не буду. Герой говно, средний, наносит 450 целей и травление от кровотечения. Все. Можно сказать, что это все. Качать не советую никому. Вообще никому. Даже если вы начинающий игрок и у вас только он. Качните лучше Кириллов 3 вместо него и играйте себе дальше. Что-то выпадет со временем. Так, дальше перейдем сюда, в новогодний новый призыв. Здесь у нас добавили три пятерки. Давайте посмотрим на Августина. Это у нас такой оседланный икотурса получается. Каким-то гномом с цветочками на конусе. В общем, медленный, очищает недуги. Вот, что очищает недуги вначале, это хорошо. Но рассматриваем сразу его для очень быстрых воин. Очищает недуги, хорошо. Увеличивает здоровье всех союзников на 690. Плюс там 30 за каждый щит природы на поле. Итого до 930. Неплохо. Призывает эльфа для всех. Ну, как обычно, все союзники получают плюс 34 к защите. Ну, и она может расти до плюс 82. Ну, это неплохо. В защиту на ОБ поставить для супер топа я не уверен, что оно будет хорошо стоять. Но вообще для ОБ неплохо. Если он ультанет, даст 930, ну, ладно, не 930, 800 пускай, да, возьмем средние. 800 он отхилит, плюс поставит там, плюс к защите, пускай 60, 50-60. Ну, это пробить очень сложно будет с одной ударной тройки. В атаку, можно его в единичку, кстати, брать в атаку, но он не ставит щитов. Разве что если не на альфу, то можно. Если будет меняться мета в какую-то другую сторону, то можно. Например, если Waterpipe будет стоять по центру на ОБ, то вот этот герой как очень хорошо зайдет. Так, переходим дальше. Tinsel. Tinsel, кстати, вот, мне кажется, лучший герой из этого пула новогоднего. Быстрый, наносит 340 урона цели и ближайшим врагам. Может заиграть с Персеем, может заиграть с Пингвином. Потому что призывает эльфа для героя и ближайших союзников. Плюс она срезает ману, она срезает защиту на минус 14 и плюс 5 за каждый щит льда на поле. Цели ближайшие враги получают еще до минус 50 меткости. То есть, ну, такой добротный герой, в принципе, хороший. Я его себе, ну, если бы выпал, класс. А в общем, она мне сейчас в данный момент не нужна, потому что у меня вообще труб нет, у меня одна труба. Четверку давайте вот эту только быстро. Восстанавливает 27, восстанавливает 3 дополнительно за каждый щит, то есть до 44. Призывает эльфа. И все союзники получают. В общем, херня полная. А вот эта дама тоже, я уже читал их. Наносит 250 урона всем. Призывает эльфа. Все враги получают 312 яда. Ну и 20 плюс за каждый щит тьмы. До 500 за 4 хода. То есть, ну, травильщик средний, херня. А вот этот бастер интересен. Интересен чем? Интересен тем, что он наносит 275 по троим. Призывает эльфа, это стандартно. И весь урон, получаемый целью и врагами поблизости, увеличивается на 24 и возрастает на 2% за каждый щит огня на поле. Вплоть до плюс 40. То есть это хороший будет герой а-ля Франц на турниры разные. Или где там еще Франц играет. Вот, поэтому этот герой интересен. Если я его поймаю, я его обязательно прокачаю. Тем более, что это тройка. Ну, а дальше пошли наши старые знакомые.
И давайте до самого вкусненького. У нас тут приехал новый герой семьи бардов. Давайте мы его обсудим. Это у нас Агима. Очень, то есть не очень, а быстрый герой. Он вначале убивает всех прислужников вражеских, потом наносит 275 урона всем врагам и дополнительно 30% урона всем врагам за каждого уничтоженного прислужника. То есть, если мы его возьмем, например, на какую-то Мириам, то есть плюс 3, это уже плюс 90 урона. Это будет у нас 365 урона по всем. Быстрый герой. И это только на Мириам. Если мы его возьмем, например, на Беру, то там уже будет плюс 150, то есть он будет наносить уже 325, 425 по всем. Ну, то есть зацените просто имбище. И еще одно. Стакаемый. Все враги в конце хода получают минус 7 регенерации маны за каждого уничтоженного прислужника. Минус 7 за каждого прислужника. То есть это еще, кроме того всего, это еще скади. Только это такая скади на таких максималках жестких. Ну да, он не будет травить. Но, ребят, он сначала всех прислужников убивает, вне зависимости от бафов, не бафов. Это все не играет никакой роли. Это очень мощно. Вот этого героя, если бы я поймал, то с радостью бы его прокачал. Ну, а остальных мы видели, только здесь добавили еще вот четверочку такую, средний. Гарриас. 330 наносит цели, изменяет силу всех щитов льда на поле. Короче, добавляет плюс 37 к регенерации маны за каждый щит на поле. Ну, то есть, каждый щит будет набафан на плюс 37 к регену маны. А если в защите он стоит, то на минус 30. Ну, вот такие дела. В общем, герой он хреновый. Если бы он атаку там, например, бафал или критический удар, то еще было бы можно его применять в каких-то там на титанах, например, на ивентах. Ну, на ивентах скорее нет, больше на титанах. Вот, и еще один тут есть герой, Зарел. Это медленный, наносит 260 всем врагам, это неплохо для тройки. Все враги получают минус 34 атаки на 5 ходов. И все враги не могут снять недуги особыми навыками в течение 5 ходов. Ну, да, такой нормальный средненький герой, как для троечки. И у них тут пассивочки какие-то другие появились. Уменьшает эффект недугов защиты на 50. А, то есть там, наверное, если срезали броню, то оно снижает в половину. Уменьшает эффект недугов. Эффект применяется к герою и всем его союзникам в битве. А, то есть, ну это уже классно, прикольно. То есть, если вы ее возьмете в защиту, то вы уже не срежете там, например, на 50 броню, а уже срежется на минус 25. Довольно-таки неплохо. А давайте глянем еще вот момент, ему какую добавили. Снижает количество маны, увеличенное особым навыком на 50. А, то есть, ну, такая, как и у этих остальных было. Ну, прикольно, прикольно. Ну, давайте попробуем что-то допризвать. Сделаем тут небольшую, минимальную разгрузочку. Белена? Она не Беладона или как там была вначале, нет? Потому что Белены я вообще не помню. Белены. Так, хорошо. Тут крутанули. Да, еще здесь разочек крутанем. И пойдем тратить монеты. Если ничего падать не будет, то я попробую остановиться. Но только попробуем. Давайте попробуем найти, знаете кого? Я не знаю, будет ли он здесь. Баучан из какого семейства? А, наверное, не будет. Потому что Баучан из, вроде бы, из рыцарей. Если я не ошибаюсь. Да, Баучана тут нет. А, слушай, здесь вообще героев, если честно, так немного. Но здесь вот Токсикандрочка есть. Токсикандрочку очень хотелось бы получить.
Из-за того, что она чистит, это довольно-таки хороший герой. Ну и плюс, плюс она быстрая. Ладно. О, Зарел, хорошо. Новая троечка, это неплохо. Может быть, еще новая пятерочка какая выпадет. Только я забыл уже, как он называется, этот желтый. Агима. Ну хорошо, Агима. Мне, кстати, на бардах очень сильно не везет. На прошлом ивенте я сделал очень много призывов, и мне ничего не упало. Вообще ни один герой, ну, кроме Загрога этого. В общем, я был сильно расстроен. Очень хотел Риса себе поймать. Если бы сейчас поймал, то уже, кстати, не знаю, насколько это было бы радостное событие, и качал ли бы я его сейчас или нет. Скорее всего, да, потому что он чистит все-таки. Это довольно-таки сильно. Особенно для быстрого героя. Думаю, нашлось бы ему применение. Так, Кэнди. Кэнди это хорошо, но Кэнди это не то. Не то счастье, которое ждали громадина. Так, ну и еще один, и это уже будет десяточка. Быстро как-то, да, пролетело. Да, Киллианов насыпает целую горку. Это уже третий, да, за 10 призывов. Кстати, неплохо, неплохо тут дают эмблемки. Ладно, давайте, может быть, поменяем что-то. Давайте попробуем... С Риса. Вот, попробуем с Риса попризывать. Марсель. Кстати, вот кто помнит, несколько дней назад была акция Киберпонедельник. И там вот второй и третий пункт был очень, очень выгодный. Я, кстати, их всех купил. И там получилось довольно-таки много призывов. Где-то 50 только золотых жетонов там было, 30 монет на вот тех, что я сейчас трачу, и плюс 40 призывов таверны. На таверне я 40 сделал, можете посмотреть, что мне там выпало. Так, и опять у меня интернет барахлит. Ну ладно, если надолго остановится, то буду останавливать и продолжу, когда появится. Ну, ладно. А не, вроде появился. Да, есть. Эйхбельборг. Так, ну имя, конечно, у него прикольное. Эд. Так, ну. Ладно. Сколько у меня здесь? 51. Блин, честно, вот ради Бастера попробую призвать. Гуннар. Ну, это не Бастер. Так, теперь обратно пошли. Эх, почти. Желтый же. Не хочет ничего падать мне. Опять желтый. И опять не то. Дандре. Хороший герой. Но у меня уже в последнее время не играет. Потому что есть... Ну, есть, во-первых, пятизвездочные хорошие тоже хилеры. Поэтому он не особо играет сейчас. Ну, у него чистки нету. И это многое решает. Так, 17 призывов осталось. Немного. Немного. Один ГМ, если упадет, то, в принципе, оставлю его. Не буду даже в обмен пускать. Мне, кстати, Моракс один был, выпал. Первый за целый месяц. Короче, ничего мне здесь не выпадет. Не знаю, у меня как-то барды прокляты какие-то. Ну или какая-то шляпа сейчас упадет, бардовская. Думаю, стоит на Новый год потратить монеты. Ну...
там выбор небольшой, там или на Новый год, или потом на Спрингвейл. Или, может быть, между ними еще что-то придумают, как придумали Калевалу. Марсель опять. Ну, Марсель, кстати, хороший. Хорошая четверочка. У меня одна прокачана. Эмблем, жаль, эмблем нету, чтобы он мог постоянно с ними сидеть. Очень востребованные эмблемы колдуна. Так, ну и что? Ну и ни хрена. Опять Эд. Опять все по кругу пошло. Ну давай здесь сделаем. Ну если здесь упадет, то на бардах уже ждать вообще нечего. Седогрив. Седогрив неплохо. Давайте пойдем сюда. Так, хочу Агиму. Скрекук. Дандре. Скрекук. Думал опять Дандре. Кенди. Громадина и Зарал. Ну и все. Такой у меня получился призыв бардов. Ну и еще как минимум дособираю кристаллов и крутану десяточку. А там посмотрим. Ну, давайте еще здесь посмотрим, что-то попризываем. Жетоны есть. Я ожидал каких-то героев получше. Я не смотрел, какие герои здесь будут. Вот, но ожидал, что будет что-то поярче. Если честно. Ну, посмотрим, может быть. О, красавец. Красавец, просто красавец. Теперь разгружаться. 3, 4. Ну и хватит. Так, давайте. Синий Карел. Кстати, из старых героев, наверное, мне, ну, не наверное, никто не нужен. Я даже пингвина одного прокачал, но эмблем ему так и не дал. Хотя, о, Бастер, отлично. Вот ради тебя я и призывал. Я не знаю, стоит крутить еще или не стоит. Монеты есть, но... Но я не вижу особого смысла. Эти герои у меня играть не будут, скорее всего. И качать их нечем. Ладно, три еще скручиваю и заканчиваю на этом. Раз, Тайрум. 2, Берден. И 3... И Ренфилд. Ну и все. В принципе, остальное я оставляю. Может быть, еще по ходу, еще за 30 дней. Может быть, мнение у меня поменяется, хотя вряд ли. И я еще попризываю. Ладно, у меня на этом все, ребят. Призывайте нужные карты. Не качайте разного хлама. И всего вам хорошего. Ладно, 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 ладно. Не ушел. В общем... Докупил я вот эту штуку. Эту, что была третья. Давайте сразу посмотрим, как тут награды поменялись. А, добавились вот здесь такие подарочные эти упаковочки. В общем, ну, ладно, посмотрим. Но там вроде бы, как я понял, где-то около 20 призывов будет всяких разных. Вот, на видео, не знаю, показывать этого не буду, там, наверное, самые лучшие под конец будут подарки, вот, и у меня теперь 2600, и я могу еще десяточку здесь все-таки крутануть, давайте сразу это сделаем, больше видео я не буду выкладывать, если там еще какие-то монеты подсоберутся, то я уже этого записывать не буду. Так, ну и, как всегда, у нас ничего. Ну, понятно, ладно, тут ничего и не будет. Да. Бонусный раунд. Ну, хорошо, Балур будет один. Будем радоваться ему. Откроем еще сундучок. А, блин, 20, все, только 20 эмблем. Ну, ничего. Ладно, теперь уже точно все. Всем спасибо, всем пока-пока.